Всем привет! Опять же мы продолжаем искать ОВП в воде отрицательную. И начинаем. Вода... Не знаю, как она считается. Странное название. Так, ну ладно. Нам самое главное найти ОВП. Так. ОВП 272, pH 7,9, 141 ставлю. Опять же не подходит. Нестле. Так, солей 100, 1, pH 7,9, 257 ОВП. Не подходит. Дальше у нас... Аргил Спорт. Так. Так, Аргил Спорт вообще. Первый раз я вижу столько, чтобы солей было. 440. PH 8,1, 8,2 и ОВП 219. Очень тяжелая вода. Не советую ее пить. Не подходит. Так, ну что у нас? ВП 230, pH 8,5 хороший, солей 180, но опять же ОВП положительное, 230, не подходит. Сайрме какой-то. Так, ВП 240, pH 8,3,
Солей 93. ВПН 38 не подходит. Так, остается две бутылки. Мэбер. Мэбер. Какое-то странное название. Так, и у нас 251 плюс 251 PH 76 264 солей. Опять же, не подходит. И минерали. Минерали, минерали. Так, минерали даже на этикетке открываются. Так. Да, тоже положите мне уже видно. Так. Ну какой вывод из этого? Мы замерили где-то примерно, я замерил более 40 бутылок различных производств, российского и страны СНГ, и европейского, и азиатского. С 5000-очным балансом нормальное, более-менее, с солями, там, с перепадами такими, то есть, то нет, то вообще мало. Но УВП положительное. То есть, кровь у нас будет сгущаться от него, эритроциты будут слипаться от такой воды. И тем самым мы сокращаем себе жизнь. В следующем видео я покажу свой фильтр, который делает отрицательную воду. И всем пока!